Ну как вы? Я нормально. О, а у тебя, а что это тебе? А у меня новые тапки. А те же, ну это в подарок. Так, заходим. Кому? Здесь все по списку? Мама, кому? Так, раздевайся. Кому? Девочкам. Только обувь сразу поставьте, ладно? Только моя. Ой. Мы обедаем, ждем Иру. Сегодня же у нас фотосессия, да? Я уже Афоне и костюм этого Спайдермена нагладила. Антоша этого пирата тоже. Я сегодня его буду одевать. Ну да, пофоткаться. Это Супермен. Супермен. По-английски one, two, three, four, five. Так, все, обедаем. Здорово. Меня зовут та-та-та-та-та. Мне та-та-та-та-та лет. В этом году мне получилось сделать многое. Та-та-та-та-та-та. Поэтому я хочу вас та-та-та-та-та-та-та-та-та. А если у вас будет время, то хотелось бы еще та-та-та-та-та-та. Спасибо большое. В новом году я обещаю слушаться старших и делать добрые дела. Приехали? Фось, не надо только на окно залазить. Что там, мальчики уже выскочили, да? Так, Афоня. Афоня! Давай, давай, на вас. На меня давай. Да ляжьте вы нормально, что вы... Тихо. Ой, я забываю. Ага, ты вот так на локтях немножко приподнимешь. Я ему передам. Ай, Афоня мне... Габатыря. Ай, Афоня. Да что на Афоня? Да он локтем, он давит. Да, на подвалочке давит. Ну подумаешь, давит немножко, что не пакетики. Что надо сказать? Пицца! Пицца! Чипсы! Чипсы! Гриша! Придумал, говорит. Выше мурага плачет. Ой! Это ты плачет придумал. Ого, это акробатический номер. Афон, еще давай, Радочек. Полетели! На шпагат. Кто это меня тут толкает? Не, давай лучше на другой. На такой, Антош, не на такой. На продольный. На угу. Я ваши столы не мешаю. Еще и груши. Афонь, а ты иди сюда. Вот, если я уроню грушу, то может точно выбить. Антош, Антош, ну посиди ты на месте чуть-чуть. Жень, так это не отпусти грушу. Что я говорю, если я сейчас отпущу. Так, Афонечка, ой, Антош, иди сюда. Афонь, ты куда попёр? Просто его так разложите. На колени, ложат на колени вот так вот. Саш, он промахивается, а его это... А у нас, в принципе, если честно, и выбора нету, если так разобраться. Если, конечно, с Европой... Так, вид нормальный, сделай. И чуть-чуть подни. А вон я перестань! Знаешь, в принципе, я тут... Не, ну вот... Теперь в костюмах. В общем, как там писала наша тетя Ира, с родственниками работать, да? Одно удовольствие. В елку не врежься. Давай, сейчас я крупный портрет сделаю. А потом... Так а что, улыбаться умеешь или нет? Нет, Афоня, нормально. Просто как будто ты радостный. Как будто ты хочешь маму поцеловать. Ну, знаешь, мы покупали вот это, и там были Щенячий патруль тоже костюмы. Просто что мы как-то их... Молодец. Красавец. Нет, сделаю так. Та-дам! Да
не трепи плащ, Афонь, а руку. Сюда, вот так. Как там делается, верно? Нет, одну руку. Я поняла, вот сразу. Перентоха. Ну, давай, я буду командовать. Сейчас я нацелилась. Все. Раз, два, три, снимай. Нет, ты чуть-чуть просто ее держи. Ко мне, ближе? Нет, одень ее. Надевай. Одень. Иди сюда. Да. Иди сюда. Я могу опять угодиться. Да, ну давай. Чуть-чуть ко мне, да. Шапка. Блин, сегодня тут же вещи были, нельзя. Ну, вы не топите, да? Я же думала, ты сейчас растопишь. Ну, кидай, вот эти хорошо разгораются. Да? Ну, сейчас туда я растоплю. Афанасий уезжает, да, Афонечка? Папа мама уезжает. Мама хозяйничает. Мама, видишь, у нас какая? Всех разогнала? Да. Да. Да, Афонь? Ты закрывайся, покажи.